Святая преподобномученица Евдокия жила во II веке в Финикии, стране на территории современного Ливана. Она была язычницей, вела жизнь праздную, и душа ее омертвела, а сердце ожесточилось. По преданию, однажды в полночь Евдокия проснулась от каких-то звуков. Она услышала за стеной, в другой половине дома, где жил христианин, молебное пение и чтение священного писания. Евдокия услышала слова о любви и прощении. Женщина словно увидела заново всю свою жизнь и все свои проступки и ошибки. Утром Евдокия нашла своего соседа. Это был старец Герман, возвращавшийся из паломничества по святым местам в свою обитель. После нескольких бесед Герман пригласил священника, и Евдокия крестилась. Она раздала имущество нищим и ушла в монастырь. Впоследствии Евдокия стала настоятельницей обители. По ее молитвам не раз происходили чудеса. Преподобную мученицу Евдокию казнили во время гонения на христиан при правителе Викентии.